Глобальная навигационная спутниковая система в Нефтекамске сравнительно недавно, но, несмотря на это, уже широко используется населением. Не исключение и нефтекамский филиал «Башавтотранс», который установил систему ГЛОНАСС не только на городские маршрутки, но и междугородние автобусы. Начало ее использования в нашем городе приходится на конец 2013 года, а окончательно вступило в эксплуатацию летом 2014. В автобусах группы «Башавтотранс» и нефтекамского пассажирского АТП установлено навигационное оборудование системы ГЛОНАСС. И мы можем отслеживать движение своих автобусов в режиме реального времени. При необходимости можно поднять архив и узнать за прошедшие дни, где этот автобус работал, где этот данный время находился и какой скоростью он двигался. В 2007 году Минтранс России определил технические требования к аппаратуре спутниковой навигации, необходимой для повышения уровня безопасности перевозок пассажиров, а также транспортировки опасных и специальных грузов. ГЛОНАСС помогает определить трехмерные координаты по всему миру и позволяет связать в единое информационное пространство транспортные потоки всего города, будь то грузовые перевозки, работа коммунальных служб или движение пассажирского транспорта. У каждого диспетчера установлено программное обеспечение, позволяющее контролировать. Мы подключаемся к уфимскому серверу. На мониторе видно номер автобуса, его марку, с какой он скоростью едет, где в данный момент находится и в каком положении. К системе ГЛОНАСС водители «Башавтотранса» относятся спокойно, и неудобств она им не доставляет. Однако особой разницы между до и после установки новых технических средств не видят. Несмотря на это, в республике идет внедрение нового формата системы, благодаря которому горожане смогут ориентироваться в схеме движения автобусов и знать их точное время пребывания на остановку. Татьяна Галиева, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».